Так, немного инфы про коронавирусные дела. В один дубль, без редактирования, чтобы сразу запостить. Сегодня у нас 3 апреля. И с сегодняшнего дня вступили в действие новые правила присутствия на улицах людей и вообще. Правила таковы, что это скорее правила отсутствия людей на улице. Смысл их в том, что вводится режим строгого карантина. Я думаю, в принципе, и так все уже в курсе, поскольку, насколько я знаю, сейчас во всех субъектах Российской Федерации есть официально заболевшие коронавирусом. Немного про то, как это выглядит в Пермском крае. Людям, кто работает на предприятиях, которые продолжают работать, им выдают на работе, на рабочих местах специальные бумаги про то, что они действительно там работают, что их предприятие не относится к перечню, не входит в перечень тех предприятий, которые должны быть закрыты на карантин. Список таких предприятий, не сказать, что большой, но туда входят надзорные всяческие структуры типа полиции, Росгвардии и подобных. Надзорные какие-то там штуки контролирующие компании. Ну и, собственно, те, кто и до этого работал удаленно, в числе которых, в общем-то, и я. У нас по улицам ездят, как, наверное, и у всех, полицейские машины, из громкоговорителей раздаются призывы сидеть дома, соблюдать карантин, но при всем при этом подавляющему большинству горожан, на самом деле, глубоко плевать на эти меры, и народ ходит по улицам, и причем без масок, как правило. В магазинах огромные очереди, ну и в целом как-то так вот. То есть, с одной стороны, люди вроде как-то начали даже меньше выходить на улицу, но с другой стороны, те, кто выходят, они это делают без масок, всячески шутят на эти темы, карантинные, прикалываются, и реально угрозы и вообще ситуации не понимают, как мне кажется. Даже я, работая на удаленке, ходил во временный офис, но вот уже второй день работаю из дома. Просто ухожу в дальнюю комнату и там сижу весь рабочий день, выходя только на обед. В общем и целом ситуация такая. Сейчас по Пермскому краю 17 человек заболевших и один первый погибший сегодня. Это главный редактор одного из бизнес-изданий города Перми. Девушка приехала, не так давно приехала из Европы, около 3 недель назад, и думали, что она просто, действительно, просто от пневмонии умерла, но сегодня появилась информация, что у нее все-таки был вирус, и как директор делового издания, она наверняка много с кем общалась. Ну, то есть, тут вопрос встает по поводу каких-то реальной степени распространения. Мы сейчас находимся где-то примерно в 320 километрах от Перми. То есть, у нас здесь совсем маленький город. Но и у нас здесь уже на карантине давно лежат люди. Кого-то увозят в Соликамск, кого-то в Березники, в ближайшие города. Ну вот, ходит очень много слухов разных, верить которым и не хочется, с одной стороны, а с другой стороны, как-то и выбора уже вроде и нет. Ну, официальной информации крайне мало.
Поэтому посмотрим, что будет дальше. Скорее всего, карантин будут продлять. Сейчас вот, прямо сейчас, наверное, Путин на пресс-конференцию проводит очередную. И, скорее всего, мы услышим там что-нибудь про продление карантина недели. Посмотрим, как все будет. И не болейте.